Всем привет, друзья! С вами Амик, и мы продолжаем играть в Wildcraft. И сегодня мы будем дальше продолжать проходить квесты в игре. И у нас, как вы помните, мы с вами остановились вот на этой прекрасной карте Японский лес. Интересно, что у нас там сегодня будет, какое нам задание дадут, которое нам нужно будет, естественно, выполнить. Ну же! Друзья, обязательно ставьте свои лайкосики, комментируйте ролик и, конечно же, смотрите от начала до конца. Так вы хоть сможете мне помочь продвигать мои ролики, ну и почаще я их буду делать. Так, ну что же, что нам вообще, какое задание? Нам нужно белку, журавля и макакичей. Посмотрите, мы снова на макакичей будем охотиться. Это, кстати, мне нравится, и это я люблю. Так, будем охотиться на всех на них по очереди, будем искать, естественно. У нас сегодня очень сложное задание, по сути дела, потому что слишком уж много их нужно найти. 11 белок, вы только посмотрите, 11 белок. Я не знаю, где мы их будем искать, но надеюсь, что очень быстро их найдем. Да, я как бы думаю, может быть, мы сначала с вами все квесты пройдем, да? А потом уже продолжим искать дальше мистики. Потому что, ну, я, знаете, вот начал искать мистики и без записи роликов. Ну, просто начал открывать сундучки, почему бы нет. И что-то, знаете, как-то сложновато. Ничего не выпадывает вообще. Я открыл 1000 сундуков. Вообще ни одного нового предмета не было. Вообще ни одного. Даже легендарного. Понимаете, даже легендарного не было ни одного. Эх, думал, ролик запишу, но не получилось. Вообще ничего не выпало. Я даже расстроился немножко. Думал, хоть что-то вам нормальненькое покажу, что мне выпало. Но нет, к сожалению, ничего. Но дальше, естественно, я буду ждать, когда же мне выпадет мистик. Кстати, у кого уже есть все мистики, напишите в комментариях, мне очень сильно интересно, у кого уже действительно есть вся коллекция мистиков. Ну, потому что я стараюсь, но у меня ничего не получается вообще. Да, кстати, друзья, я вам сразу скажу, если все пойдет как надо, если все будет хорошо, там, со здоровьем, с настроением, то в воскресенье, друзья, уже в это воскресенье мы с вами встретимся на стримчанском, поиграем вместе и, конечно же, буду ждать вас всех на стримчанском. Ну, в общем, сообщу ближе к воскресенью, кого там будет. Так что, думаю, мы с вами часик-полтора, может быть, часик поиграем совместно в Wildcraft. Так что готовьте свои персонажи, будем и сражаться, и охотиться, и малышам помогать. В принципе, ну, как в старые добрые времена. А то уже сколько стримов не было, надо будет стримчанский-то запустить. Да, на этой неделе, на прошлой неделе я думал запущу, но у меня, к сожалению, не получилось чисто физически запустить стримчанский. Ну ладно, ничего страшного, я думаю, что в следующий раз обязательно все получится, уже подготовлюсь получше немножечко, и я думаю, что уже каждую неделю будет хотя бы по одному стримчику проходить. Вот, ну это такие, вам новости рассказываю, что у меня тут вообще в жизни происходит. Так, что у нас тут вообще по охоте? По охоте у нас 4 белки, журавлей тоже 4, а макакичей-то смотрите, сколько мы с вами макакичей нашли. Аж 5. Ну, кстати, неплохо. Так, ну что, мы уже журавлей больше всего, оказывается, нашли. Вот это да. Повезло нам с журавлями. Да, серьезно, смотрите, все, всех журавлей мы с вами нашли. А чаще всего, мне кажется, сложнее всего найти именно белок. Вот у меня такое ощущение, как будто белок действительно найти очень сложно в этой игре. Они какие-то маленькие, и в японском лесу, кстати, я заметил то, что стало как-то меньше лагов. Может быть, я разрешение немножечко уменьшил, но у меня такое ощущение, что реально меньше лагов, по-моему, стало. Вам не кажется? По-моему, вообще лагать перестало. Лично мое мнение. Так, ну что ж, давай-ка немножко восстановим наше здоровье. Нам осталось столько белок. Кстати, я хотел бы сегодня и пооткрывать сундучки. Почему бы нет? Все как обычно делаем, да? Ну, потому что, друзья, знаете, вот я вот жду обновления. Жду обновления, в котором будет тигр. И я вот думаю, может быть, пока у нас не вышло обновление, я вам, наверное, поснимаю, как прокачаться до 200 уровня. Ну, да, буду такой вот. Помните, я ролик первый сделал. Он, кстати, неплохо зашел. Но, к сожалению, потом я что-то как-то, ну, заленился. Честно сказать, заленился. И не продолжал категорию таких роликов. Но думаю, что
доделаю. Там, я думаю, что немножко с монтажом попроще сделаю, потому что слишком много монтажа там набабахал, целый сценарий писал. Хотя, в принципе, по факту можно было и все вот так вот насловесно все рассказать, что как происходит. Не, ну, конечно, ролики, я думаю, не буду по 2 часа выпускать, которые они бы реально длились бы 2 часа. Я вам серьезно говорю, если без монтажа, это очень долгий процесс для просмотра, для вас. Но я вот думаю, что именно сделаю такой маленький ролик по времени, чтобы вы могли спокойненько посмотреть и уже понять, как качаться в Wildcraft до 200 уровня. Так что вам сделаю такую нарезочку лучших моментов, лучших объяснений, ну, и которые вам помогут по игре. Да, а то на охоту смотреть, мне кажется, я вам и так слишком много охоты показываю, чтобы, ну, и так мы охотимся, вон, сейчас охотимся, квестики постоянно проходим. Мы даже перестали открывать практически сундуки, но я вам объясню, почему мы их перестали. У меня вообще полная коллекция, и, к сожалению, пока что искать что-то новенькое, ну, просто невозможно, ну, невозможно. Да, ну, просто вот такие проблемки. Так, ну что ж, у нас осталось еще получается, 9, сейчас будет 10 и 11, да, и у нас квест закончен. И сегодня это хорошо, надо будет, знаете что, нам еще надо будет сходить на боссов, клановых боссов, которых нужно победить, потому что что-то у меня очень медленно идут очки, может быть, я, конечно, применьшаю, но если там будет возможность такая, просто я не знаю, если, ну, короче, вот этот 4-часовой дилей, когда ты побеждаешь боссов, вот я думаю, будет ли возможность у меня или нет сегодня пройти гигантских боссов, клановских, гигантских, говорю. Да, клановых боссов, потому что я не знаю, можно ли их победить сегодня будет или нет, потому что, ну, может быть, они уже все побеждены и ждут своей следующей очереди. Так, кто тут у нас еще есть? Нам бы с вами еще одного бельчонка бы найти. Эй, белки, выходите, вылезайте! Эй, где же вы? Где же вы? А вот, смотрите, что тут есть. Нет, это лиса. Не, нам лиса не очень интересно. Нам все-таки белок подавайте. Нам одну белочку нужно найти. Я думаю, что давайте перезайдем. Да, что, у меня и здоровья мало, и у меня и энергии. Так что я думаю, никаких проблем в этом не будет. Итак, вроде я белок нашел. Ну, это белки или нет? Да, это белки, все. Хорошо. Я думал, что уже белок не найду сегодня, но сразу же нашел, только вышел из. Ой-ой-ой, а что за нами? Обезьяны бегают. Все, отлично. Оу, полегче 14 тысяч монеток и 115 уровень, друзья. 115 уровень. Ну, неплохо. Ладно, идем в главное меню, попробуем зайти в онлайн и поиграть уже на нормальной карте. Да, действительно. Да, залетаем на карту и. Нет, давай-ка я выберу лучше все-таки медведя. Медведь для меня пока что самый сильный персонаж в этой игре. Да, ну, как бы по всем параметрам просто. По всем параметрам пока что он самый сильный в игре. Так, давайте я тогда зайду в клан. Сейчас посмотрим, сколько у меня там вообще клановых очков осталось. Может быть, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай уже. Вот, видите, 1865 клановых очков. Но давайте не будем спешить. Давайте не... А, хотя вот все создается. Все отлично. Я уже вам говорю, давайте не будем спешить, потому что боялся, что может не зайти. Да, вот видите, вот такая вот бывает проблема. Она постоянно бывает. Из-за этого нельзя поиграть нормально. А вот и зашло. Отлично. Да, я не с первого раза зашел, признаюсь, потому что какие-то проблемы, серьезно, какие-то проблемы с серверами. Ракеты, разберитесь, пожалуйста, что у вас вообще с серверами, потому что бывает очень часто вылетает серваком. Так, ну что, давайте-ка мы победим первого шакала. Все-таки мы сейчас сражаемся без питомца, и без питомца будет достаточно сложновато. Я уж и забыл, как это вообще сражаться без питомца. Так, ну что, мы его сейчас побеждаем. Дальше у нас, как я понимаю, будет. А кто у нас будет? Я уже и подзабыл, кто у нас следующий. Этот шакал. А кто у нас следующий? Сейчас мы разберемся, конечно. Так, у шакала осталось 7500 здоровья. Кстати, посмотрим сейчас, сколько вообще нам дают золотишко на таких маленьких уровнях. Я уже хочу повысить просто планку. Я хочу уже дойти до 4 уровня. Но, знаете, это довольно-таки сложновато. Действительно, это очень сложновато. Ну, надеюсь, что когда-нибудь мы с вами сможем. Так, ну что же, давай. Осталось совсем немножечко. Ай, осторожно. Эх, давай, чуть-чуть же осталось, ну, эх,
Не, слушайте, я, скорее всего, проиграл. Да, ничего себе, я даже с одним шакалом не справился. Вы серьезно? Вы серьезно? А нет, справился. Вот это да, вот это победа. Ну ладно, ждем следующего босса. И следующий... А, точно. Я и забыл, кто... А это у нас... Подожди, это у нас, насколько я помню... Как он называется? У меня выпало название босса из головы. По-моему... Так, секунду. А я, кстати, могу посмотреть, как он называется. Эму, точно, Эму. У меня Эму в голове вертится, но я не помню, так или не так называется. Ладно. Ну что, у него там 13 тысяч здоровья, не так уж и много. И, кстати, квест следующий будет через 12 часов. Нам нужно будет его еще пройти. Я просто хочу все квесты в игре пройти и ждать уже следующую карту в следующем обновлении. Ну, не, я не знаю, будет ли следующая карта в следующем обновлении. Возможно, знаете, вот только я... Вот я даже не знаю, будет ли вообще новая карта в следующем обновлении. Потому что, ну, все-таки выйдет тигр, но он может также и выйти на японской карте. В чем проблема? Тут как бы можно подумать. В принципе, если новая карта, то это хотя бы два новых животных было бы на японской карте, да? Но никаких новых животных у нас особо не было. Только трансформации. Ну, трансформации, если считать за животных, то тогда, возможно, действительно и будет новая карта. Так, о, у меня, кстати, одноклановцы, Уфри. Уфри залетел ко мне на помощь, это очень здорово, потому что мне как раз помощь понадобится. Привет, давай присоединяйся поскорее ко мне, а то у меня тут огромнейшая проблема. Так, сейчас, секундочку, победа, Эму. Так, привет, передавай... Приветы! Ты на видео. Ну, чтобы она понимала то, что она сейчас залетела как раз-таки на ролик. Так, давайте будем ждать. Нам как раз осталось совсем немного. Я думаю, что мы пока восстановимся. В какую сторону? В какую сторону всем пойдем? Да, вон, пойдемте вон в ту сторону, там отопьемся немножко водицы, а то у меня небольшие проблемы в плане здоровья. Но уже осталось совсем немножко по времени. Объединяемся с кланами, чтобы дикая лошадь. Ну, сейчас мы с дикой лошадью, я думаю, разберемся быстро. Сейчас главное восстановить наше здоровье, потому что здоровье восстанавливается очень долго. Не, ладно, давайте там Уфри вовсю пытается победить босса, а в одиночку. Лучше мы ей давай-ка поможем. Почему бы нет? Да, и, кстати, с кланом намного попроще побеждать этих боссов. Сейчас, кстати, посмотрим, как она действует, да? Сейчас посмотрим, как она действует. Может быть... да, тут просто нужно отбегать. Тут нужно отбегать, кусаем, отбегаем. Вот и все. Слушай, она даже мне хороший этот дала. Так, информацию. Эй, что у тебя? Так, давай, налегай. Так. Ну, мы, кстати, слушай, мы неплохо справляемся, очень неплохо, я бы сказал. Видимо, о, слушай, уже 10 тысяч здоровья, неплохо. Вдвоем намного быстрее получается, это вообще хорошо. И, кстати, в чем прикол? То, что я могу, например, проиграть, и я тут же вернусь в бой, и здоровье у босса вообще не уменьшится никогда. Так, а мы его глушить же можем, точно. Один глушит, другой кусает. И за счет этого мы как бы... мы выжили. Отлично. Вот это да, молодцы. Вот это я понимаю. Вот это команда. Сразу видно, команда. Ну что же, мы с вами неплохо. Слушай, я даже не ожидал, что мы так быстро справляться будем с боссами совместно. Надо будет действительно немножко клан реанимировать. Да, друзья, пишите там в комментариях, кто хочет ко мне в клан. Пишите свой уровень, пишите свой ник. Я попытаюсь вас в игре найти. И если что, если мне какой-то человечек понравится, я обязательно его добавлю к себе в клан. Ну, главное, чтобы у вас был там хотя бы 200 уровень на медведи и тому подобное. Ну, это, конечно, уже в наше время уже действительно 200 уровень. Ну, это уж не такая уж и привилегия, да? То есть на медведи, если у вас нет 200 уровня, это даже уже странно, с одной стороны. Не, ну, конечно, не у всех должны игроков, конечно, быть медведь 200 уровня, но все равно хочется, чтобы уже игроки все поняли то, что медведь один из самых сильных животных, которого нужно прокачивать в первую очередь до 200 уровня. Всех остальных можно даже и не прокачивать до 200 уровня, все равно на арене особо
они не такие уж и сильные по сравнению с медведем. Ну, хотя я могу ошибаться. Конечно же, я могу ошибаться. Я видел то, что и на орле люди такое вытворяют, что очень-очень круто выглядит со стороны. Но мы с вами, естественно, пытаемся побеждать. Ну, я обычно на арене играю именно на медведе, потому что о чем мне придумывать велосипед? Я не настолько крутой боец, чтобы играть, например, за орла на арене, потому что, ну, хоть орел, конечно, один из самых слабых персонажей для арены, но все равно. Так, ничего страшного, то, что мы сейчас проиграем, в этом вообще ничего страшного нет. Уфри, не переживай, даже если мы сейчас... Ай-яй-яй-яй! Ничего страшного в этом нет. Давай, помогай. Главное, чтобы кто-то один из нас оставался в живых. Главное, чтобы один из нас кто-то оставался в живых. Все, я проиграл, главное, чтобы ей сейчас не проиграть. Да, я прибегу на помощь. Ай-яй-яй, главное, чтобы она не успела... Да, она тоже погибла, да? Но, смотрите, здоровье не успеет восстановиться просто. Здоровье-то не успело восстановиться. Вот это да. Так, ладно, давай-ка мы сейчас попробуем. Кусай это. Давай. Молодец. Давай, Уфри, молодец. Сзади кусай и все, закусывай. Шашлычок делаем. Слушайте, здорово, мы так легко справляемся с боссом. В одиночку, конечно, намного сложнее против него сражаться. Прямо у меня даже так быстро время пролетело. Серьезно. Не, ну вдвоем действительно намного урон повыше. И... Мы с вами... Это был последний босс на уровне. Ой, спасибо. Так, и... Ну что, давай, пока. Так, ну что, мы сейчас что делаем? Мы сейчас с вами отправляемся, я думаю, открывать сундуки. Да, а почему бы нет? Давайте действительно пооткрываем немножко сундучки. Нам как раз-таки сейчас я выберу, наверное, орла какого-нибудь, да? Давайте я орла все-таки вы... Ага, орла, конечно. Попугая выбираю. Ну, это орел, если в любом случае это орел, потому что это трансформация. Так, далее нам нужно в долину гигантов залететь. Там мы, естественно, победим львов. Львов мы победим, за него получим достаточно много золота и подкроем уже сегодня сундуки. Хотя бы 100 сундуков, я думаю, мы с вами откроем, и из них нам ничего не выпадет, потому что я до этого открывал 100... Ой, какой 100? 1000 сундуков, и мне вообще ничего не выпало. Ну да, вот такие у меня вот будни теперь проблематичные в Wildcraft, потому что у меня вообще ничего не выпадывает. Как мне быть? Я вообще без понятия. Но, знаете что, друзья? Я думаю, что рано или поздно этот мистик мне выпадет. Я буду так рад, так счастлив, очень сильно. Ох, но когда-то, когда-нибудь это действительно настанет. Но, скорее всего, не скоро. Ну, хотя бы через годик. Хотя, я думаю, знаете, когда выйдет новое животное, а это будет тигр, то тогда на него будет через одно обновление еще и мистик. Да, значит, у нас будет в игре 3 мистика. И это очень-очень хорошо. Потому что я наконец-таки смогу пополнить свою коллекцию. Так, секундочку. А что это мы такие сильные стали? Ну-ка, сейчас мы вот так вот сделаем, чтобы он нас вообще не мог догнать. Отлично, догнать не может нас. Я думаю, давайте, знаете как, мы сейчас на паузу сделаем, а мне еще нужно победить около 5, а то и 4 таких. Ну, наверное, 4, все-таки 4 льва мне нужно победить, и я вернусь к вам обратно. Продолжаем. Ну да, я уже практически... Оу, как сложно-то как! Тут летаешь вообще! Я уже даже забыл уже, как проходить этих львов, и тут пришлось вспоминать. Ну, не то, что забыл, просто настройки немножко изменил себе. Так, сейчас мы победим, и у нас ровно будет 99 тысяч, да? Да. Да, все, отлично. Идем открывать сундуки. Наконец-таки идем открывать сундуки. Вперед! О, мне, кстати, сейчас Мирон будет помогать сундуки открывать. Так что давай, Мирон. Впервые в жизни мне помогает мой младший сын. Вперед, давай, открываем что-нибудь поинтереснее. Нет, пока что ничего интересного у нас нету. Давай, Мирон, нажимай. Так, дубликатный легендарный скин. Нет, о, это не надо. Это давай следующее. Давай я тебя посажу на коленки, чтобы ты мог тоже...
Тебе что-нибудь из этого нравится? Мне кажется, тебе из этого ничего не нравится. Давай, вперед, вперед, вперед! Нажимай, нажимай, нажимай! Это все дубликатные предметы. Я давай тебе буду наводить. Так, отлично, нажимай, пока я тебе не скажу, что это очень круто. Но, может быть, такого я тебе и не скажу. Так, ты на какую кнопку там нажимаешь? Все, отлично, нажимай на эту. Пока что ничего интересного у нас нету, одни дубликаты. Это мега самый быстрый человек на Земле, который открывает сундуки. У него самые быстрые пальчики, да, Мирося? Так, ну что ж, пока дубликатики одни нам, да, выпадают, и эликсиры. Эликсиры я сегодня не буду никуда тратить, потому что бессмысленно тратить ваше и свое время, потому что я особо сейчас никого и не прокачиваю, мне это особо не надо. Как нужно будет, я, естественно, пойду сразу открывать сундуки и буду прокачивать всех своих животных. Но пока этого не нужно. Так, ну что ж, дубликат за дубликатом и дубликат за дубликатом. Эх, даже помощь Мирона мне никак не помогает. Ничего не вылезает из этих сундуков. Ничегошечки. Мирося, как ты думаешь, когда у меня выпадет мистик? Вот скажи, через 2 дня, через 3 или через 1 год? А, ну все, понимаю, через 1 год, так через 1 год, окей. Если уж Мирон сказал, то через 1 год, то нам, друзья, ждать очень-очень долго. Ну ладно, ничего не поделаешь, все-таки. Раз Мирон сказал, так, скорее всего, и будет. Так и... Так, ну что, ну что, ну что, пока дубликатики, да? Да, Мирося, мы с тобой только одни дубликатики наполучали. Вот это да, вот это да! Честно говоря, даже немножко это бесит, серьезно. Это немножко даже бесит то, что ничего не выпадывает. Ну ладно, ничего страшного, друзья. Мы же все-таки не отчаиваемся, будем открывать и открывать сундуки, пока не откроется нам именно тот сундучок, именно тот мистик, который мы с вами ждем. Ну а пока дубликат за дубликатом и дубликатом погоняет, как я всегда обычно и говорю. Ну ладно, я честно говоря, немножко расстраиваюсь, потому что я до этого 1000 сундуков открыл и ничего не вылезало. Ничего вообще, вот ничего, вот абсолютно такие же сундуки, как вот и сейчас вам показываются. Так что даже вот все, Мирон, вот тебе и про... Мне вообще ничего не выпало, Мирон. Это все дубликатики. Это у меня уже есть эти в коллекции. Сейчас мы посмотрим, сколько нам золота. О, 1400 золота. Нам еще... Давай, нажимай. Нажимай еще на 2 сундучка. Сейчас попробуем. Опачки, мистик! Дубликат. Не, это не тот мистик, Мирон. Так что можно дальше переключать. Так, ну что, мы сегодня один мистик получили. Нажимай. Вот. И сейчас попробуем зайти еще вот сюда. Сейчас посмотрим. Нам, может быть, что-нибудь выпадет из Wild Club'овского сундучка. Я очень сильно надеюсь на это, что что-нибудь... дубликаты. Я уж подумал, что домашний предмет новый выпал, но нет, еще раз нет. Ну что же, Wild Club нам еще что-то нам тут дает. Ничего себе, я даже не ожидал, что так много. А что так много? Так, ну что же, мы вроде как сегодня все сделали с вами, все пооткрывали, ничего нам так и не выпало, зато выполнили задание, вместе с кланом поиграли немножко. Ну и, конечно же, друзья, обязательно подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Конечно, накоплю в следующий раз, пооткрываем снова сундуки. Мирон, тебе понравилось открывать сундуки? Да. Ну, мне тоже немножечко понравилось, потому что это именно ты открывал. Если бы я сам бы открывал, мне не очень понравилось. Но ты молодец, тебе огромнейшее спасибо. Друзья, и вам тоже спасибо, то, что вы досмотрели этот ролик до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, жмякайте лайкосик, пишите в комментариях, как вам вообще, как вам мое невезение. Ладно, увидимся уже в следующем ролике. Всем удачи, всем пока-пока. Мирось, пока? Да. Ну, говори пока-пока. Пока-пока. А что еще хочешь? Пока-пока. А что еще можно сказать? Что не скажешь еще? Спасибо за ролик. Спасибо за ролик? Да пожалуйста, Мирося, пожалуйста.